Три в одно. В селе Иванов Кабалаковского района на территории бывшей средней школы заканчивается реконструкция сразу нескольких социальных учреждений. Скоро здесь откроется детский сад, начальная школа и сельский клуб. С чем связана такая реконструкция, выясняла Анастасия Куклева. Вот какая крутая. Маленький Никита с любопытством разглядывает игрушки и знакомится с ровесниками. Ребята и их родители впервые переступили порог нового детского сада. Раньше в селе Иванов Кабалаковского района подобного учреждения не было. Ближайший детский сад находился в районном центре. Добираться туда проблематично, поэтому открытие дошкольного учреждения ждут с нетерпением. Детский сад очень понравился. Все очень красиво. Игрушки, мебель. Ну все. Все прям здорово. Честно, не видела нигде такой детский сад. Раньше в этом здании располагалась школа, которая вмещала 160 учеников. В последнее время количество школьников в селе сократилось. В прошлом учебном году учреждение образования посещало всего 40 учеников. А вот число дошкольников увеличилось. Сейчас их более 70 человек. В связи с этим в учебном заведении решено было организовать два подразделения – школу с 1 по 4 класс и детский сад. Учеников средних и старших классов уже перевели в школу районного центра. С начала учебного года каждый день за ними приезжает автобус. Принято решение на уровне администрации, чтобы здесь создать еще структурное подразделение, потому что возить детей в город Балаково в детские сады очень проблематично, даже если это от 3 до 5 километров. Да? Дети маленькие. Ничем не отличается от Балаковска. Приехал посмотреть на новый детский сад и Валерий Радаев. Глава региона осмотрел игровые, спальные комнаты, актовый зал и пищеблок. Территория детского сада большая, поэтому здесь планируется построить еще и клуб для местных жителей. Отдельный будет вход в клуб, садик отдельно, школа отдельно, входы отдельно будут. Единый блок питания, который будет готовить и на дошкольников, и на школьников. И еще будет спортивный зал. В самое ближайшее время придут конструкции уже готовые. Здесь делают, смонтируют спортивный зал, тоже отдельный вход будет. Поэтому социально-культурный центр будет. Главу региона заверили, что строительные работы завершат в течение месяца. Открытие нового комплекса запланировано на 25 декабря. Анастасия Куклева, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.